Здравствуйте. Это самый лучший суперканал. И сейчас мы идем на себе. На себя, здравствуйте. Как прошло ваше восстановление? Расскажите, пожалуйста. Восстановилась. Как вы восстанавливались? После игры. Все, я не хочу. Нет, на себя. Давайте все-таки давайте поговорим. Хорошо, ладно, скажите, собака или кошка? Собака. Все, спасибо. Пойдемте дальше. Пойдемте поищем. Так, 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 кто у нас есть? Аленка! Нет, пожалуйста, Алена. Нет, ну почему? Ален, расскажите просто, как прошла ваша сегодняшняя тренировка? Прекрасно. Вам все понравилось? Как вы делали передачи? Голы? Я не забиваю, я отдаю. А как же угловые? А с угловых много забили, да. Мы, кстати, выиграли, старички выиграли. Мы выиграли просто 9-8. Мы чуть-чуть дали фору молодым, да? Я хочу сказать... Пониже держи, пожалуйста. Да, конечно, извините. Что неважно, в какой группе ты был. Главное, что мы все одна команда. Вот, понимаете? Это золотые слова Алены. Пойдемте дальше. Я хотела сказать ее фамилию, но потом я вспомнила, что она нет. Что она... Так, пойдем. Надо сходить к атакующей группе, я думаю. Извините. Яна, прием, пожалуйста, пару слов. Как прошла ваша тренировка, сколько забили голов? Забила достаточно много, каждый гол почти забивала, вот каждый момент, которым я был, все забил. Ваши прострелы сегодня были очень качественны? Ну, достаточно много забивали, машина 3 забила с моей передачи. Хорошо, последний вопрос. Пугачева или Аллегрова? Пугачева. Все, спасибо большое. Кому еще пойти? Танюшка Щерба. Таня, прием, пожалуйста, пару слов о сегодняшней тренировке. Как прошло вчерашнее ваше восстановление? Расскажите. Ну куда вы, Татьяна? Почему, Татьяна? Вот так вы понимаете, вот так и теряют товарищи по команде просто. Никаких вот эмоций, никаких слов не дала. Такое было бы сейчас интервью с ней. Ну ничего, мы ее подождем чуть-чуть. Пойдемте к Виктории Куропаткиной. К тебе тоже приду сегодня, жди. Виктория. Здравствуйте. Виктория, Вероничка. Сейчас мы пробьем, отойдите. Сейчас Ника пробьет, давайте понаблюдаем за ее фееричным ударом. И это гол! Это гол! Это Вероника Куропаткина! Инстаграм. Вероника, расскажите, как вы настраивались на этот удар? Ну, настрой был серьезным, потому что нужно забить обязательно. В общем-то, получилось. Спасибо. Всегда пожалуйста. Вероника, последний вопрос, пожалуйста. Тимати или Баста? Элван. И вот Танюша Петрова. Танечка, пожалуйста, извините, пару слов буквально. Как прошла ваша тренировка, как прошел ваш день? Сколько голов вы забили? Ну ничего, завтра как прошел, расскажите, поделитесь нашими подписчиками. Больше всех забила, тренировка отличная. Все? Все, хорошо, спасибо большое. Давайте подойдем к Максиму Юрьевичу, он вообще сегодня просто шикарную тренировку провел, самую лучшую, я бы хотела сказать. Максим Юрьевич, расскажите, как вам тренировка? Знаете, шикарно. Великолепнейшая тренировка. Вот. Но, конечно, есть мне над чем еще работать, вот, поэтому в будущем это я обещаю исправиться. Ну все, вы уже в состав попадаете, все четко? Есть еще время доработать, и я считаю, что у меня хороший шанс. Все, да. Я считаю, что это очень потенциальный кандидат в сборную. Пойдемте дальше. Марина, пару слов, как вам сегодня тренировка, какой удар, сколько вы забили мячей? Я забила все, что можно. Все, что можно? Все, что было? Да. Серьезно? Сейчас вы будете бить? Да. Давайте мы посмотрим на этот шедевр. И вот смотрим, Марина Федорова. Нет. Чуть-чуть. Делит, мы сделаем делит, ничего страшного. Все, так летело, чтобы... Так, скажи, поделили, это просто было специально, чтобы усыпить Танюшу, правильно? Да. Чтобы она не ожидала следующего удара. Да, сейчас все там забит. Да, это так было специально сделано. Вот так вот. Все, спасибо большое. С вами была Екатерина Братко. Было приятно вас видеть. Девчонки, подписывайтесь на наш канал. Здесь много-много чего интересного. Фу!